Приветствую вас, друзья, на своем канале. Сегодня будет обзор магазина, где уже выставлены все праздничные штучки-дрючки. Тут и посуда, декорации, все, что хочешь. Но кто выдумал эту посуду, тот, конечно, приложил немало фантазий. Посмотрите, кружечки, как елочки, бокальчики. Тут что-то упаковано, тут чай, наверное, вставлен. А вот эти в полуверчиках, связанные, надеты. И всегда хочется каждую деталь разглядеть. Это, что я вчера и делала. Посмотрите, вот какие бокалы на ножке, позолоченные. Она красиво смотрится. Ручка-звездочка, тут золото. Вот этот бокал очень красивый. А это как будто снежный ком с крышечкой. Вчера я сходила, душу отвела, и теперь вам показываю. Карамельное стекло, фужеры, бокалы, стаканы, креманки, они сверкают, как ночное небо. Красивые. Я только не поняла, я вот этот бокал взяла, а поставить, он качается как шар, то ли так задумано, видите, как... Не поняла. Ну, поставила на место. Все равно все очень красиво. Наверху вот стаканчики, креманки. Вот это, там меня даже видно. Вот такие стаканы, это матовое стекло, флакончики, звезда. А вот эти мне нравятся, они давно уже там продаются, у них дно золотое, так бы сделано под золото, если что-то туда нальешь, конечно, очень красиво. Вот такая вот металлическая подставочка, чтобы стаканы составлять, кружечки металлические, вазы современные. И вот это тоже, ну, это магазин современный. Иногда же хочется и в такой магазинчик заглянуть. Тоже вазы всякие. А больше всего мне понравилось, конечно, новогоднее все. Шары, елочки. Смотрите, даже черно-серые. Они, конечно, когда ближе подходишь, намного красивее смотрятся. Вот тут прям подвешена веточка с украшением, звездочки, шары. А тут ангелочки стеклянные, они тоже сверкают. Снежинки, домики. Вот такая большая звезда. Поменьше. Они легкие, их можно куда-то подвесить. Вот это для елочки, наконечник, или как, на макушечку. Вот эти подсвечники красивые. Вообще магазин, мне кажется, магазин декораций шикарный. Ну, посмотрите на эту ветвь, в которой ветка висит, да? Тут и меховые, и такие подкладушечки на кресло продаются. А шары, смотрите, какие. Разным цветом, но они сверкают. Вот этот венок красивый. Как раз на 4 недели. Каждый раз зажигается одна свеча. А вот этот веночек с ягодкой. Красивый. Как раз вот такой зимний. Куда-то на дверь повесить. Ну, мало ли. Хоть на стену, хоть на дверь. А эти для украшения стола или для куда-то положить. Красивые такие цветочки уже готовые. Так много всего. Очень понравились мне вот эти шишки. Посмотрите, они какие большие. Для декорации вообще красота. Ну, у нас маленькие, мы тут собираем, но и покупаем, конечно. Но эти вообще, я видела еще больше, но в этом магазине их нет. Вот эти, главное, такие легкие, но внутри как будто шар,
И сделано тоже, наверное, под шишку или как, или просто под цветущий какой-то цветок. Я так и не поняла. Вот эти очень красивые. Ну, видите, из веток и из чего только не делают. А вот такая ягода, букет целый стоит на полу. Вот это Вайнахтштерне, рождественская звезда. Ну вот на этом все. Пока-пока, мои хорошие.